Короче, такая вот, 12 мегабайт. Кстати, приезжали ко мне, я, кстати, заказывал, две штуки было. И вот у этой тут сзади была сколота добрая половина элементов. В общем, восстановил ее просто, кондеры допаял, резистор просто наугад, чисто запаял какой-то тут, как-то вот так, наверное, видно будет, не знаю. Вот, и она завелась. Но самая лучшая версия, причем тут версия 90-100 МГц на памяти, да? Если вот так посмотреть, видно 90 МГц, да? И 100 на фреймбуфере. То есть 90 текстурная. Вот, у меня самое лучшее, это никакие не креативы, не всякие там эти даймонды. Самое лучшее, это, по-моему, Skywell Magic 3D2 у меня была без проблем. И от Power Color была тоже без проблем, да. Вот это долго, если на ней играть, ну, на мощном железе, то она повисает из-за перегрева. А вот эти штуки греются очень сильно. Вот. В неофициальных есть разгон. Ну, я эту тему курил. Там что-то, по-моему, 2-3 МГц всего. Так, что там по УДЕ? Посмотрим. О, работает. 800 на 600. И смотрите, прикол. Хуяк. То есть на Вуде второй 12 мегабайт, 1024. Можно. Ребят, можно. Поэтому кто-то там лечил жестко. Вот фреймбуфер 4, память 8. Итого 12. Так, ну что, давайте проверим. Блин, закрыл демон. Рейс. Так, она не установлена, что ли, у меня? Не установлено. Так, тут, наверное, менюшки 640 на 480. Да, вот оно поехало. Долби цифры. О, звук пошел. Заставочка. На, и, кстати, да, можно сейчас обратить внимание. Вот этот, блин, рябь такая появилась, да, видно полосу. Короче, что-то непонятное. Вот такая, кстати, хрень на этой видеокарте почему-то 640 на 480. Сейчас просто покажу. One player. Давайте ход пурсует. Короче, надо было радик все-таки втыкать. Он хоть 2 мегабайта, но как-то получше. Ставим графику. 1024 на 768. Все, заебись. Done. Так, и погнали. Так. 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 Где-то настраивается эта хрень. Пожалуйста, 1024, сейчас уменьшу. Поехали.
идет. Вторая вуда одна. 1024 на 768. Все работает. Там диванные специалисты, которые не держали ничего в руках. Так, ладно, это работает. Что тут нельзя, типа, альтов 4? Он графикс. Как мне мышку так передвинуть? Стол, что ли, залил? Короче, 1024, вуда тянет, одна. То, что не во всех, ну, это проблема приложения. То, что не во всех, как бы. Теки. На рабочем столе у нас что там, 800 на 600 было. Можно Quake 3 пройти по приколу. Это, по-моему, будет лютый трэш. Просто интересно, что там будет. С ботами на 166-м миксе. Так. Свойства. Это, наверное, опять 640, да? Разрешение. Да, 5640. Ну-ка, проверим гипотезу. В Quake 3 заработает вуда на этом разрешении. Так, ну-ка. А, не. В Quake 3 какая-то херота вырезала. Что пишет? Ну, это проблема, по-моему, Quake 3. Типа, на Need for Speed все ок. Давайте 800 на 600 проверим. Так, ладно, вуду. Вуду так вуду. Аксепт. Вот потому я, собственно, вуду-то и не люблю особо. Потому что поддержка у него, мягко говоря, странная. В одном приложении она может, в другом нет. Так, что там у нас? Controls. А, что, все? Мы умерли? А, нет. Просто долго грузится. Move. Single player. Choose level. Access denied. Ну, давайте. I can win. Не, ну это жесть будет. Мне кажется, 166 МГц. Тут без вариантов. Подвинуть, наверное, надо, да, эту тему. Так как-то. Долго грузится. На 95-й винде прям сразу. Шух-шух-шух.
Что там грузится, что-то не? Да, что-то там хард трещит. Вот три кадра. Зато красиво. Давайте все на низкий нах. Билинейный, лоу, вертекс. Но сейчас-то с памяти должно быть быстрее, по сути. Ну да. Хотя на 66-й шине, там эта скорость вообще мизерная. Немногим, наверное, быстрее, чем с харда. Что там, как мобилизация? Коснулась, не коснулась? Не, ну, качество текстур вообще не влияет. Вообще никак. Типа он бегает. Ну и чё? Я убил. Жесть. Короче, Windows Millennium для компьютеров, которые появились позднее. Не, ну это трэш. Пипец. Ну-ка, если Quake 2 запустить. Чё будет? Чё будет, если запустить Quake 2? Или он тоже с диском, я не помню. Наверное, с диском. Тоже 640. Блин, вот надоедает выкручивать. Постоянно менять этот Саурс. Разрешение автоматом, он что-то вообще не цепляет OBS никак. О, как-то побыстрее, да? Вообще живо. Ну-ка, видео. Не, система захвата тут офигевает, наверное. Думаю, что за дичь. Так, то есть 8-битные. То есть сейчас у нас 16-битные включены, правильно? Давайте apply попробуем. Что случилось? О, тут как-то поживей. Так, консоль у нас есть? Консоль есть. Не, Quake 2 явно поживей. Так. Так, Option. Invert Mouse.
Так, вот здесь состоит. Game. Easy. Так. Quake 2. Глючит, по звуку слышно, да? Да я не согласен. Demon Tools не сильно. То ж по сути, ну, типа, вот вывод, там ничего такого нет. А без звука-то вообще как бы, ну, не грузит ничего. Тут винам просто на 166-м включаешь, неважно с демоном, без демона, просто любую MP3-шку, даже 128 килобит, уже, короче, интерфейс начинает глючить. Кстати, ни разу не смотрел эту заставку до конца. Мог найти 2 часа свой процессор 200 ММХ, так и не нашел в итоге. Ты имеешь в виду Mlook? Наверное, да. Quake 4, если мне что, из всех Quake'ов, наверное, лучше всех зашел. Там и сюжет нормальный как-то. Прикольная игра получилась. Даже Doom 3 так зашел, как и Quake 4. Это типа мы падаем, да? Типа мы этим челом будем. Уцелевшим. А вот это зря. Так, как там? Time demo 1. Time demo 1. И чё? Не, ну как-то вообще пободрее намного. Ну блин. Ну не 30, но хрен его знает. А чё они такие быстрые, кстати? Чё они такие быстрые? Глюк какой-то, что ли? Чё за хуйня, блядь? Тихо. Да они ничего не ставил. А это Quake, наверное, без патчи. Time demo 1. Вот. Не, ну намного поживее, да? Давайте проверим сразу. Потянет он 1024, такая же залупа вылезет.
Короче, FPS, как тут вывести, я хуй его знает. Если кто-то знает консольную команду, напишите. Так, переключаем в 1024. Out of range. Ну, возможно, он что-то вывел. Не, он что-то вывел. А, ну такая же хрень, как в третьей, да? Понятно. Так, ну-ка вернем. Все, короче, система захвата тут сказала: извини, чувак. Что происходит? Как-то убрать. В общем, да, придется, наверное, тушить свет. Не понимаю. Сейчас там монитор переткну напрямую к этой штуке. Посмотрю, что там на самом мониторе. Так, ну, вернулось все. Короче, Quake сбросил разрешение до 320 на 240. Но у меня тут минимум такого нет нигде. Короче, как FPS. Может, тоже ЦГ что-нибудь? Трав. FPS есть? Нет. Не, он все равно быстрее. А чё не стреляется? Понял, не могу стрелять. Чё за хрень? Мышка отказала, что ли? Где фаер? Теперь звук исчез, да? А, звук догоняет видео, короче. О, вроде вернулось. Короче, какая-то задержка нереальная. Короче, Quake тоже не может 1024, но где второй? Ну, все равно как-то поживее, классно. Ладненько. Я, кстати, на Кармагеддон, по-моему, что-то качал по 3DFX. Или не качал. Я, кстати, по-моему, ни один Кармагеддон по 3DFX не работал. Так. Ну, демокарту можно, но, блин, понимаешь, это демокарта, там, ну, типа, ну, это же нереально, как бы, игра, это херь полная. Типа, то есть, ты хочешь сказать, если у тебя в демо там будет, условные, там, 100 FPS, то и в игре будет 100? Нет, конечно. Хочется посмотреть прям вот лайв, как бы, на циферки. Так, а в дистрибе у меня в Кармагеддоне ничего нет. Нет, патчи на 3DFX не качал. Ладно тогда, чё? В итоге только Need for Speed 3, но в УД запустился в 1024 на 768. И усё. Короче, если у тебя 95-я винда или 98-я, ну, то да, наверное, да. Пойдет. А так, чтобы она прям ускорила
твой там условный Pentium 1 что-то как-то не верится. Так. О, заставочка. Это ж игра 90-х годов, то есть у американцев эти в 22 стелсы, да, появились еще в 90-е. А у нас сейчас только там Су-57, и то неизвестно, сколько их произведено. И вообще, прошли ли они испытания все. То есть получается, сколько там, 30 лет отставания технологического, если не 40. Причем это ж видно, но не графика, не компьютерная графика вроде. Это реально снимали, заморочились для игры там. Снять ее в 22. Ну хорошо, если так, но я такой метод не особо признаю. Так, 800 на 600, 3DFX V2. Ну, давайте в 1000 попробуем. Memory usage. Давайте high поставим. Accept. Посмотрим, вылетит, не вылетит. Quick mission. Все, accept. О, тихо, ну-ка. Или это 800 на 600 все-таки было? А, ну, короче, такая же. Не, стоп. Loading 3D Accelerated Mode. Он что-то есть. Или это типа повисла она в этот момент. Момент загрузки. Что там, посмотри, грузится, не грузится. Нет, что-то хард грузит. Что-то есть. Все? Наверное. А нет. Стоп. Не, ребят, вот. Еще 24 на 768. Ну, конечно, FPS такой, но штука, блин. Вот. Вторая игра, где удар работает. Нормально. Нет, ты в 22 сделал по технологии стелс. У него же, видишь, углы, у него нет таких углов. Нормально. 1024 на 768. Короче, Need for Speed тянет, короче, вот туда 2 тянет. Теперь Need for Speed и F22 Lightning 3. Без проблем. Поэтому диваны могут идти нахер. Так.
Так, а как там кабина? Полетели вверх. The dial at the right center of the HUD is your barometric altimeter. This shows your altitude above sea level in feet. The more info you have in combat, the more likely you are to survive. So a lot of the most important flight information is concentrated right smack in the middle of your HUD. The steering paper called the command steering cue always points to the direction of your next steer point. It'll point straight up and be in the center of your flight path marker once you've got the next point right in front of you. Press the N key to cycle through your steer points. The flight path marker is a small semicircle in the middle. This will point to where your plane will be if you don't touch the stick. Having a flight path marker pointing at the ground for too long is probably not a smart idea. Horizontal lines that run down the center of your display make up the pitch ladder. This indicates the pitch angle of your aircraft's nose. Numbers with solid lines indicate a pitch above the horizon. Dashed lines indicate a pitch below the horizon. Прикольно, да? Косяк. Ракета на крыле, а они откуда-то... Все, ракет нет. Так, никуда. In air combat, speed is a key element of victory. You can track that speed with a calibrated airspeed dial to the left side of your display. This indicates your plane's airspeed in nautical miles per hour, or knots. Right below this is the letter M. This is your Mach indicator. This shows your airspeed relative to the speed of sound, or Mach speed. Below this, you'll find the letter G. This is your G-force indicator. This will show the... Тут нет ничего, ну play. Ну чё. Сколько там 640 ставить надо. Тут, кстати, нет проблемы с выводом разрешения. А это, наверное, потому что там под DOS игры, а это под Windows. Для игры взяли, заморочили, сделали заставку. То есть это снималось все. А сейчас вообще какой-то трэш. О, нет. Thank you.
кстати, не помню, как тут. Или тут отдельно 3D сетап какой-то надо запустить. Может что-нибудь, кстати, сейчас софтвер. Это софтвер или туда что? Да не, походу это туда что. Ну да. Получился такой стримец по обзору Voodoo 2, типа. О, в халве можно FPS на Voodoo вывести. Это стопудово. Так. Но, кстати, для Voodoo тут нужен врапер. По-моему, так она не работает с этой херней. Давайте попробуем. Ингейм. Вылетело, нет? Вроде нет. Обычно она сразу вылетает на этом этапе. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Чё, халва запустилась? Цел, по-моему, шоу FPS 1. О. Ну чё, в Вуда 2 он как-то идёт. Можно ещё так, по-моему, NetGraph 2. Ну, NetGraph просто грузит, короче, поэтому просто ж. Чё, халва 2, 800 на 600 на Вуде. Прикольно. Тут уже просто не вывозят, помню. На любой видеокарте такая просадка будет. Ну, приятно, вон 51 кадр. Ну, фейсик нестабильный, но, блин, по максимальному можно понять, на что, в принципе, годится. Куда. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Графен приятный, конечно. Прикольно. Ну, халва тоже не может 1024 на 768. Почему-то на Вуде сделать. Короче, в шутанах все плохо. В симуляторах нормально. Ладно. На этом все. С Новым годом еще раз. Всем счастливо, всем пока.